Кто? С черепком. Ты Это что? я. Да? Угу. Тебе снять его? Давай. Черепок снимешь, блядь. Маску сделаю. А, едь ко мне. Я сейчас, подожди. Я, наверное, сейчас сломаю. Да. Да, они сейчас разойдутся. А, нет, два дебильчика режу. Короче, езжай по своей трассе вот этой вперед. Я попробую сейчас через гору поехать. И там на первом перекрестке, не перекрестке, короче, на первом раздвоении трассы остановись. А, ты едешь ко мне навстречу. Ну, нормально, в принципе, да. Да ничего, ты кружишься. Здорово. Здорово. Хорошо. Сука, патроны. Крышки труба. Хорош. Спасибо. Уровень палач. Я уровень поднял. Спасибо. Так, надо костюмчик сменить. Чё, на моей поедем? Да. Битой. Вот этот костюмчик, короче, 200 тысяч стоит. Я всех цветов купил. Какой? Который на мне, неоновый костюмчик Дедлайна. Спасибо. Я хотел бы тот найти костюм, помнишь, где у нас задание было? Я, кстати, себе очень похожий купил был вчера. Кстати, меточку вот я сейчас уберу, потому что это я просто ставил там, где я хотел с тобой пересечься. Я посмотрю, сколько до колеса, а потом поеду шмот одевать новый. У меня сейчас очень что-то шумело, как будто... Да, у меня тоже. Я понял, это в этажке, наверное, было. Где-то лежал баллон с газом и ждал нас. Он вас хотел взорвать. И он обиделся. Начал шипеть на нас. Ну хоть не взорвал вас. Мы оторвались от копов. Потому что я только что купил эту прень. Заплатил. Меня бесит отрываться от копов. Было бы забавно, если бы мы оторвались при кувырках. Или в бассейне, блин. Ой, плохая идея. О, давай сыграем. Я бы с радостью. Карточка лежит. О, кстати, реально. Вот это я, конечно, даю. Плюс 100 фишек, сука. За карточку? Да. О, мы выехали. Теперь мы въехали. Она не поворотливая на скорости. Да вы заебали! Осталось второй. Показалось или я кого-то сбил? Тебе не показалось. Так, а я поеду где-нибудь шмот. Короче, смотри, возле центрального ЛСК, нет, короче, я тебе могу просто магаз, номер магаза сказать. Есть там, это, ну, элитный магаз, типа... Второй? Нет, короче, возле третьего ЛСК, любой из Понсон Бойс, Понсон Бус, вот это, короче. Это, по-моему, оба элитные.
Там эти костюмы по-любому есть. Приключения на жопу. Менты? Да не. Я просто кувыркаюсь на машине. Сохранить как? Кто это сказал? Что именно? Holy shit! Значит, стою, никого нет рядом. И такой, holy shit! Тут едет чувак с наградой за голову. Мочи его! Не, он от нас поехал. Бой, он услышал, что я сказал. Все может быть. Это запуск. О, поздравляю. Вы закончили. Да. Теперь сейчас зайду. Неплохо припарковал. А еще я могу вот так. Вот так. А ты между костюмами можешь типа перейти? Да, вот так. Блять, рот ебал, мать нахуй. В канаву, ебаные имбицы, блять. Блять, нахуй его родили, выпердыш ебаный. Он разгуярил тачки, да? Ну да. Блять, шлюха ебаная нахуй. Просто я хуею. Как нахуй таким выродком быть можно, блять? Лол, типа, дурочки просто нехуй делать, понимаю. Хуй а нет. Ты именно костюмами это биндил? Да. Подходишь, ну типа, надо подойти к этому, к... Пипец, сколько же здесь поли... баксов? А, лох ебаный нахуй. Стандарт. Лох, посмотри на вот это уголек ебаный. Где? Вот, блядь, его мотоцикл, прессор этот. Кек. Видимо, суицидный уст. Да какого хрен? Я опять вечеринку собрал. В смысле? Это что было? Еще один, наверное. Хотя вряд ли. Ай, блядь. Ну вроде бы все выставил на стандарт. Ты все разбежали. Включилась ненависть к NPC. Еба. Сохрани.
Все, стрельба 100 из 100. 100 из 100, блядь. 100 из 100. 100 из 100. Мне нравится вот этот фиолетовый гелендваген. Блядь, сейчас пизда. Ты блядь, помнил? Вот вы нахуй приехали, ебаный в рот, хули так-то нахуй. Давай, ой, блядь, а где тебе? Нет? Нету, я кинул газовую шашку. У меня 4 звезды, пиздец. Что я им сделал такого, ёмай? Просто пол города расхуярил. Что я такого сделал-то? Подумал. Блять, я 5 машин, сука, взорвал. Чё вы там творите хоть? Я хочу меня перевести тачку. Сбил NPC. Я застрелил его, потом с минигана начал расхерачивать машины. Его машину расхерачил. И 4 рядом стоящих. Вот, мне 4 звезды дали. Не, ну я потом еще 4 копа убил. Вот. За каждого по звездочке. Нет. За каждую пару по звездочке. Короче, хуй знает. Мне просто дали звездочек 4 штучки. Ой, блядь, пидорасы. А сколько вообще тут максимум звезд? 5? Угу. Так. Блядь, я в чате сейчас увидел. Я буду его трахать магией. Блядь, я только сейчас понял, что это же видео, тебя теперь будет слышно. Да. Так, я к вам смогу сейчас подключиться? Да. Да. А, вон ты где. Я? Узнали по Марко, поедем. Так я еще не подключился. А мы уже собираемся. Сбил человека там на улице кто-то. Щищ сказал. Кстати, Дедык, а ты в Майн играешь, ну вот сейчас в одиночку в ту? Ну, иногда. Сейчас прям нет. Ну вообще ну, да, иногда. Что? Как насчет? Я карты тут не прогрузил. Как насчет втроем там поиграть? Ну я не знаю, Марк пойдет, не пойдет, но типа Ёж же сказал, что ту сборку забросит уже, потому что там жопа ведь. Как насчет его туда позвать? Так, сейчас я ставлю метку себе на порт где-то. Так что, ну по идее должен сейчас подключиться. Так, я себе метку поставил на порт. Теперь, ё-моё, его понесло, ой-ой-ой. Ну нормально выжил. Кто? Что кто? Кто выжил? Я выжил. Зачем? Отстань. Добрый ты. Ну блин, я тоже хочу в перестрелку. Поздно. Дай ты ж помнишь, как в прошлый раз. По видео встал, я понял, что у тебя есть только пистолеты и вот та эта инопланетная херня. А другие у меня, короче, исчезают со временем. Я покупал в оружейке снайперку, улучшал, тюнил снайперку, господи. Угу. Улучшил ее, и она исчезла. Что не так с этим местом? Где файт? Типа стоит красная метка. Ну. Тут никого нету. Блять. Сука, пойди. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты у меня сейчас очень. Вот, берешь вот так вот. А, появились. Хуяк! Их не было тут, чтоб ты понимал. Сейчас улетит. Я. Где вы? Взрываемся. По факту, кстати, потому что реально больно. Ой, сейчас хрень творить буду. Либо умирать. Я поставил метку возле вас, так что вы далеко не уезжаете. А нам еще 5 надо перехерачить. Ну, не знаю, когда такое мне 5 надо перехерачить еще. Ну, одинаково.
Где он? Вот там. Сука. Ну ладно. А, сука. Меня... Кто? Меня снайпнули в полете. Боже, я верю в тебя. Смог? У меня эффект закончился. Что за дичь только что произошло? Бандитская разборка просит. Я всех с топора перехреначу. Пятерых. Так остальных ты перехреначу. Пятерых. Че там, я же говорил, нельзя на здесь... Бля. Нельзя вдвоем на заднее. Ага. Спасибо. О чем мы стоим? Я пойду в магазин одежды. Кстати, кстати, можем заехать сейчас сменить машинку. Либо починить эту. Бесплатно, кстати. Блять, что за хуйня? Ты мне в последний момент машину перевернул нахуй. Ой, я у тебя в гараж попал. Медик. Да. Блять, я... Ладно, я выйду. Я не могу выйти. Стой. Нет, не исчезай. Ладно, я сейчас сяду в какую-то машину, попробую выйти. А ты не можешь сесть в машину. Почему? Вернись, забери меня сюда. Мама, роди меня обратно. Так, а если я вот так вот... Оно... Блядь, почему оно не выгнало? Даня, ну дай машину. Ой, я выхожу, всё. Даня, ты ёбаный пиздец. Нахуя ты мне дверь проебал, сука ты? Сука ты... Тут пересаживай. О, хорошо. Сука, ты реально. Сука, я вижу свою дверь. Скользячок. Ой. Это не входило в мои планы. И, кстати, слишком скользко как-то, я вам так скажу. Давай я сяду. Она не выбилась. И она закрылась очень хорошо, что закрылась она. Давай я сяду, я аккуратнее езжу. А вот этот не. А вот этот не. Да сука, машина говно, я не привык к управлению такому скользкому. Шины нужно ставить зимние. Хотя странно, что они с них не добавили. Это, кстати, пока что, потому что они могут его... Они добавляли его в конце января. Блять, ну ладно, похуй, дальше повернем где-то когда-то. Возможно. Вот здесь. Не повернули. Понял. Ну ладно, проедемся немножечко дольше. Да сука, что ж такое, ё-моё, подтыкивание не работает нормально. Ёбаный рот, нельзя за рулем пить. Давай я сяду за руль, я аккуратнее езжу. Нет, я нормально ездию. Я уже не блондинка, я нормально езжу. Кстати, где последний человек? Сука. Ёж в смысле или... Ну да. Для... Ну, так... Он сказал, что пока что играть не будет. Прям последний человек в мире. Да. Нет. Даня. Ай. Стойте. Ха-ха-ха.
падал, он сейчас... Я убил Даню, а продавец съебался. Хуёвая идея была целиться. Мне кажется, нет. Или мы кого-то забыли? Нет, а он это... на машине на другой поехал. Вроде бы, я надеюсь. Ой, бля, тут машина. Еба за нами говна увязалась, конечно. Лекс. Ёбаный пиздец. Так, я отойду, мне надо в погреб прыгнуть. Сука. Прыжок. Погреб! Ты тут полежишься. Ух, ебать! Даня, ты летел. А, ну да. Что вообще происходит? Я тебя закинул в гараж. Меня в этом гараже выкинул. А, ой. Я в нем стою. С него выйти, походу, нельзя. Я тачку просто думал, успею затюнинговать, пока ты придёшь. Видимо, не успел. Сейчас я выезжать буду. А не, я вроде с вами. Кстати, а вы где? Я в ЛСК в центральном. Я у Мута. Сейчас заберу. В зиму купаться — самая наилучшая идея, наверное. Ну, неплохо, кстати. Бывали идеи похуже. Я уже еду. Я тебя уже вижу. С крыши, что ли? На карте. Но сейчас скрыши. Да, давай не надо, я подъеду лучше спереди. Что это за глэк здесь ходит? Не попал. Ёба-боба, блядь! На, сука. Садись, тварь. Поедем Марка искать. А че с этим? Так. Я ладно. Сейчас возле какой-то стройки. Да ёба-боба, можно было баком открыть? Там есть копы сзади, сука. А я их, кстати, не видел, а потом, когда увидел, решил такой, ай. Убрать. Так. Окно. Зимой же, в принципе, жарко, как бы, да? Зачем нам окна зимой в машине? О, смотри, что это. Ой-о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 й. Блять, сука, Пит, давай езжай нахуй. Ля-ля-ля, это ты стреляешь или он? Это я. А, тогда, тогда не на не ля-ля-ля. Я думал, это тот петушок. Это ты клаксонишь? Да. Ой. Ой. Мы, по-моему, ушли от дебила. Конченого. На летающем автомобиле. Бзу. Бзу. Бочком, бочком, бочком. Я закрыл дверь, потому что я знал, что ты ее откроешь. А мог бы открыть навсегда. Тогда бы точно сквозило, блин. У нас итог... А, и так сейчас как бы вот... Вот итог. Да ёбаный в рот, блядь. Нахуй ты там, блядь, заспавнился? Ёбаный ты... О, ебать, он ещё и на меня быковать идет. Поехали. Поехали, хули. Нас...
Блять, потеряли были менты. На несколько секунд. Марк, кстати, вот. Тум. Вот это, кстати, не Марк был. Повезло ему. К нам мент прилип. Вам помочь? У меня нет мента, лол. Новая разработка полиции. Липучий мент. Пламя, а ко мне они за что? Ай, пропал. Понимаете, они и ко мне прицепились. Ой-ой-ой-ой-ой. Они застрелили. Блин, за то, что там сидишь. Я не смог сесть сразу. Пересаживайся. Я пассажирском. Я поставил, что только пассажирском. Садись ко мне. Ну, нормально тебя. Кто это снизу там, деды? О, ёж. И чё? Будешь играть? Знаю. Когда узнаешь? Вообще. Вы в краб не ходили? Нет, ждем тебя, блять. Может, пойдем в граб? Блять, так и скажи. Так мы ждем последнего. Понял, последний. Че вы устроили? Почему здесь сирена? Не знаю. По снегу говно идея кататься. Пойду, но именно на этой машине. Пойду машину снег другую появился. Возьму. Нет, читер заспавнил. Но по факту да, появился. У всех? Да. У всех, кто в этой сессии. Я понял. О, Марк, здорово. Стоять. Ну, вы какую-то хуйню просто. Без Марка. А я хочу тоже так. Но без машин. Ёбаный в рот. Дмитрий там. Метеоркович теперь нас слышит и игру слышит. И, да. И себя слышит. Зачем? Зачем? По желанию. РВПСского союза. А зачем себя слышать? Почему бы и нет? Почему бы и нет? На запись я буду слышать себя. Как бы альтернатива микрофону. Дань, подожди. Ага. То есть тебе надо прям, чтобы ты себя слышал. Потому что если ж ты себя не будешь слышать на компе, то это на записи ты тоже не будешь слышать себя. Я себя слышу на компе. А, тогда нормально. Кто об этом не говорил. Поэтому я иногда сам себя перебиваю и думаю, что за день. Дань, садись ко мне. Я вот как бы бабанул. Давай лучше я за руль. Хотя нет. Хотя да. А может и нет? Не знаю. До сих пор не пробовал подключить телефон как микро, да? Я не знаю, как это сделать. Хочешь, ну, сделать? Ну это ж, друг, ну это ж проще, чем вот так вот постоянно сидеть и себя слышать. Не просто надо. Гуглишь в интернете, как использовать телефон как микрофон. Скачиваешь первую попавшуюся программу на телефон и на компьютер. Все. Гениально. Все. Минус, минус телефон и минус компьютер, потому что троян. А, очень смешно. Волшебный. Ну реально, ну так же проще, чем тебе тебя бесконечное время слышать. Ясно. Ему может так удобно, блять. Хули ты проебался? Как бы я не особо-то с тобой разговариваю. Ну, блять, похуй как-то. Ха, погнали! Надо уничтожить ее. Сейчас ежа, скорее всего. Надеюсь, что не выкинет. Так, кстати, что это за кинотеатр, типа? О, пошли. Погнали. А, она звезды. Не удалось обновить данные верификации в сессии GTA Online из-за отсутствия связи с сервером. Повторите попытку, зайдите на Rockstar Sport. Убил! Даня, я киношку смотрю. Нормально, я сейчас тоже буду.
Правда, один в зале. Марк, поздравляю. Мы закибербулили того чувака. Он вышел. А чё он по нам шмалял с той... Ты меня подберёшь? Да, сейчас. Ну, тут как раз нам машину оставили. Блять. Чё, к тебе менты? О, пожар? Кстати... Это, кстати, его машина. Да, я знаю. А мы её подорвали. Ну а чё он на нас бычил? Вообще-то он не бычил. Он просто пролетал мимо. Нет, он на ней же ракетницу, по-моему, ставится. И он с неё шмалял. По нам он тогда не шмалял. Это мы первые начали по нему шмалять. Да, просто шмалял. В том-то и дело, чё он летает рядом с нами и шмаляет? Not bad. А у нас психика слабенькая оказалась. Чё ты творишь? Мы сейчас утонем! Так и есть. В плане, что со мной? А что с тобой? Меня вниз куда-то подтащило. А, ты S нажимай, а не W. Ты не понял, меня по дну воды потащило. Не было ни у кого проблем с подключением? Не было. О, и тебя вынесло. Круто, да, Дань? Так, покажитесь все машины. Бля, он охренел. Подожди, я сам с ним разберусь. Блин. Я тогда возьму пока машину. Тебе помочь? Не. Его догнать. Стой, сейчас. Ты не сядешь. Ой, садись. А кстати, где все остальные? Отметь их на карте, Дани, если можешь. Кого именно? О! Ну да. Ну да. Но, как ты видишь, он сейчас нам не нужен. Но у тебя здесь есть красная зона? А, у меня тут галочка есть. А у меня тут красная зона. Даня, из-за тебя он меня умочканул. Я это уже прошел, поэтому буду с топора проходить. Еще раз. Пацаны, можете ко мне в сессию перейти, пожалуйста? У вас максимальное количество игроков. Мне даже в очередь не дали зайти, сказали, подключайся к новой сессии, лох. Я понял, помпал и дробовик не для лобовых перестрелок. Подожди, я... Я в сессии с Марк Фоксом. Ну так. Значит, ты с нами. А как я? Мне сказали, заходи в другую сессию. Я согласился. Что, простите? Чё, блин? Чё за хуйня? Остался один. Окей. Да, я его убью. Окей. Я уже насытился багами. Я иду по твою душу. О, нормально. Я поднимаюсь по лестнице, а он с дробашом стоит и просто тупо ждет. Ладно. Понимал. Сам нарвался. Стартуй!
Давай. Сейчас, секунду, я, блядь, просто самый резкий на Диком Западе. А. Только наоборот. Самый дикий на Диком Западе. Нормально. Ядри, что с тобой? С кем? Со мной? С мутом. 200к. За этот костюм? Я все цвета купил. Some asshole got wind of what we were up to. Apparently killing a guy's closest associate. Это a bit of a spotlight on him. Марк! Anyway, вернись к обычному состоянию. Ты теперь некрасивый. Меня плотом можно? А, я плот. Ну ладно, тоже. Да, не, ждем тебя. А, да? Да. Ну, роль, она как мод. Ее однажды прибьют. Я готов. Что за хуйня, я сейчас сморозил? В смысле? Роль она как моли, я когда-то прибьют. Чё, блядь? А? Блядь, я только заметил. Ну, Марк стал, ну, вообще, ну, не то, Марк. Я, блядь, думал, у него, сука, шапочка зеленая, это волосы. Марк, ты чё, мужиком стал? Это очень похоже теперь на этот, да, туда. Блядь. Как бы я заранее извиняюсь, я на мотоке поехал. Да похуй. Да не, скорее всего, не доеду. Какая сложность? Нормальная. Средняя? Вы бля. Нормально. Вы бля. Здесь нельзя за кулак достать. Ой, бля. Курума не идеальна. Ёбаный в рот, Даня. Серьезно? Засунь пистолет себе в жопу и выстрели. Что произошло? Даня, ты хундурас. Ой-о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 й. Свободный режим нажал? Чуть-чуть. Сыкару. Чуть-чуть. Машины мигают. Что, блять? Что? Да похуй, ладно. Надо запись включить. Мне правда места нету, но это не важно. Что ты руками махаешь? Ебаный, вот тут, блять. Муху. Даня, а, ты все равно на пассажирку сядь и сможешь только. Хо-хо-хо. Опять точку ставить надо. Ой, бля. Не выбрал, у кого-то елка уже есть? Да, на чердаке лежит. Ну, у меня тоже лежала, да, я сегодня такой, а хули мне делать? Пойду поставлю елку и, в принципе, поставил. Я такой, хули мне делать 28 числа? А. Ну, нормально. А, я выжил, кстати, как-то, ну ладно. Бля. Он не выжил. А, подожди, Дань, все-таки столбики эти желтые гнутся. Это фундамент сырой еще. Блять! Составить. Что? Там я затаранил NPC, он начал таранить меня. Он сдох. Ну хотя бы вы живы. Да, блять, я. Пиздец. Я пиздец. Все? Нет, я просто бочку делаю. Каждые 3 метра. Да. Подожди, бочку? Ты кто? Ты же зданий. Какая я бочка? Я трюкач. Какие бочки? На чем? Пацаны, извините. На куруме. Походу все. Все. Почему? Все. Все. Не взлетел. А все.
Можно как-то рестарт прожать от него? О. А что случилось? В море? Нет, не запишу это, я... Мне почему-то не хватило разгона, и я впилился в здание. Теперь времени больше дадут. Ну, кстати, да. Это так тупо было. Ну, норм. Так. Автобус не заводился. Пиздец. Все провалены, свечи уничтожены. Я чувствую себя не очень хорошо. Меня везут в тюрягу. Дань, только давай в КПП не въебись. Давай на эту бетономешалку пересядем. Я бы с радостью. Я не умею играть, видимо, в GTA. ЧЕГО?! Я нашел рампу, на которой NPC застрял наверху, шо? В КПП не въебались. На рампе машина висит, класс, я в нее впилился, класс. Я обязательно выживу. Ну, в этот раз дверь открылась, что в прошлый раз не так было. Сигналил. Слушай, давай мне идти вместе, не бежать. Попробуем. Ну, типа... Дань, а мы можем как-то можем залезть где-то? Что? Попробуем, да. Попробуем вместе идти, рядом, в ряд. Так, вот ты летаю ближе к стеночке. Вот этого дебила. Че, у меня проблемы с этой лестницей? Да хуй знает. В принципе, согласен. Ты меня ждешь или что? Меня ждешь, я сижу на камушке, ла-ла-ла. Блять, Дань. Че? Иди вперед, похуй. Меня чуть не убили. Подожди, чё, похп... Да, не иди нахуй отсюда. Какой нахуй вперед? Отменяется вперед, блядь. Дань, как тебе монтирование? Если, блядь, он... До утра он не монтировал, если бы... Блядь. Может, понравилось бы, наверное. Я не понял, что он там монтировал. Блядь. А, блядь. У нас жизнь есть, я забыл. У меня нету. Я возле него заспавнился. Ой. Где? Возле него. Запустил катсцену. А, вы только к нему пришли? А ты где? Я? Возле Вайнвуда. А я, блядь, уже на взлетно-посадочной был, когда вы к нему доходите. Так, меня пиздячат. Кто? Мусора-пидорасы. За что? Нахуй знает, блять, всего-то тюрем заключенного украли, блять. Да, это же обычное дело. Каждый день такое вижу. Я еще и делаю, блять. Два дня подряд уже. Кстати, что там у тебя с вертолетом? Ты скоро? Ну вот, я уже подъезжаю. Сейчас остановлюсь, подорву автобус. И к вертушке. Я вроде как уже вижу базу. Да. Где? А, бля. Ух, нахуй. Что произошло? А, у меня цель сменилась. Ладно, не важно. Еду за вертушкой. О, ебать, мне дали ППшку. Ну, получается, что? На меня начали лететь. Похуй, уклоняйся, там можно достаточно долго и без вертолета прожить. Можно. Но в прошлый раз я уничтожил вертолет и прожил. Бля, самолет, ты ебанутый? Какой? Ты! Что ты хочешь? Нахуй ты над нами летаешь, еба. А что мне делать? Не над нами летать. Почему? А хули ты? Ой, блять, а я не понял, откуда он хуячит, пидорас. А я хочу над вами летать. Видеть события. Ну не разобьюсь.
Устранитесь. Ёба-буба! Всё. Да ты посмотри, сколько этих пидоров еще. Марк Фокс. Помоги мне. Да, уже сажусь. Уже залетаю. Даня, беги. Сейчас рванет. А кто рванул? Что это было? Это еще не рвануло. Это уже рвануло. Там цепная реакция с автобусов до тебя дойдет. Нет? Я за истребителем летаю, он вроде как не попадает по мне. Мы кругом летаем. Вы видите по карте? А все уже. Истребителя, кстати, не видно. Нам. Простым смертным, блять. В небо посмотри. Сука, убежал. Сейчас вот здесь из-за автобуса из-за какого-то выбежит, сука такая. Как страшно. Ай, блять, хорош. А тут есть еще и наземные какие-то пушки. Ну типа просто. Блять, сейчас сдохну просто. Эти. Как их? Просто обычные, типа, военные, полицейские. Не, ну просто как бы я вижу, что истребитель один, но по мне палит миллиард ракет. Нет, чувак. Он стреляет просто очень быстро, типа, несколькими ракетами. Он вообще за передо мной был, по мне палят как-то. Да, назад не можешь. Ой, Марк, я в твою сторону наклонился, аккуратно. Ты его подбил? Да стараюсь. Нет, не от него летят ракеты, что за хрень? Так, нормально. Не летай над базой. Да что? Возможно, отсюда. Ракеты с базы летят. Так не летай! Где в нас все равно не попадут. Нормально ты его. Походу все ему. Так следующий сейчас будет. Вижу. А я вас должен забрать еще? Чем мой предназначение? Прикинь, истребитель, который я только что сбил, он упал и выпустил в меня ракету. Я тупо возле хвоста у меня пролетела. Нормально. Бля. Где просто он? Мне тут хана. Хрен его знает. Ну по карте вот сейчас я повернусь к нему. Вот я его вижу. А. Дай мне, надо боеприпасы забить. Ты попал? Понял. Ядрить ты мощный. Да. Дань, ты, возможно, не для того купил. А еще один. Да. Хорош. Видишь его? Еще нет. Еще сейчас заспавнится, по-любому ведь. Нам не сюда дать. А вот вместе с Рожковским надо держаться, скорее всего. Да, заберите Рожковского. Давай, дядь, пошли. Дядя. Ходите с Рожков. Да, все, побежали, короче. Блять, я вижу, сколько там копов сейчас возле этого маркера желтого. Сейчас несем. У меня есть это, инопланетная штука. О! Так кого? Откуда? Не знаю. Там же вроде только ППшку можно выбить и пистолет вот этот изначально есть. О, я сзади сяду. Ну да. Ясно. Блин, я не могу ее использовать. Взрывник, делайте что можете. Я сел. Чего? Блин. В воде аккуратнее. Я чуть не подъеду. Я охуел. Я перевернула. Я ебался крышей об знак, блядь. Я перевернула обратно. Рожковский и команда. Идите сюда. Ух, нихуя, Марк, ты полезный. Реально. Сейчас вас подорвет. Сука. Блять. Даня, закрой дверь. Вертолеты летят новые. Меня сейчас как подорвут и, блин, будет плохо. Да, короче. Похуй. Какая у вас автомобиля смешная. Я не уверен, что нам хватит места, чтобы улететь. Мне похуй, я первый. Все тут? Метеор. А мне, кстати, можно было уже уезжать, но... Метеор! Но я тебе 5 звезд дал, да? Да. Еще чуть-чуть, и я бы сдох. Давайте я реально развернусь тут. Вертолет! Вертолет разбился! Ты с такой упал нам на дорогу. Все реально, Марк, остановись. Там машина. По-моему, дальше надо будет к Марку пересесть, да?
Нам надо на пляжу встретиться будет, скорее всего. Да, на пляжу. Там к Марку пересесть надо все. А, убери шасси. Я не могу его убрать. Гэ. Та, которая G. Серьезно? А зачем? Так его меньше колдоебит. Да что-то нет. Куда нам лететь? На точку, на точку! Хорошо! Да не вздумай прыгать. Я тебя пристрелю, блядь, пока ты лететь будешь. А можно я? Меня вертушки снимут. Давайте все вместе, на счет три. Иди нахуй. О, нажми В. Я? Да. О, я могу от первого лица. Реально. Привет. Я Шрасков. Там хуёвень. Шраксковским лечу я. Бля, Ёж, я вижу, как нас колдоёбит через иллюминатор этот его. Я вижу Даню, всё. А ну, блядь, смотри в окно, в переднее, блядь. Ну? Шо? У меня голова не разворачивается на 180. От первого лица прыгать, наверное, прикольно. Нет. Даня, это... Давай не сейчас, как минимум. А нам, наверное, надо в воду выпрыгнуть? Или как? А как я его туда доставлю, в смысле? Нет, подождите. Но он же не садится на воду, так? Да. Хуй знает, прыгнуть не могу. Ну вот, допустим, мы на точке. Пролетели. Надо выше точка, видите? Да. Ну, допустим, сейчас полетели выше. Марк, сука, не стой там, мы сейчас на винты приземлимся, блин. Зная нас, мы можем еще и об самолет убиться. Еще выше. Еще выше. А как ты думал? А что там такое? Колечко. О, о. Чё слышишь? Ага, всё прыгаем. Да, и чё? Сейчас вы на моей... Сейчас он не раскрылся. А, планер! Марк! Марк! Как открыть парашют? ЛКМ, ЛКМ. Я всё что угодно тыкал, успел. Ядрить. Это было близко. Как парашют открыть? А можно по вам шмальнуть? Блин! Я упал, блин. Пацаны. Пацаны, я хер знает, как я сейчас вам миссию не... На миссию не завидую. Марк! Марк! Блядь! Да! Да! Что да? Я вам все испортил. Кикайте его отсюда. Да ладно. Ну что, Марк, ну... Ну это был конец, тебе оставалось сесть и все. Он сел, самого начала? Ну нахуй. С самого начала. Зашибись. Сегодня еще мут не заруинил. И Ёж. А, нет. Ёж заруинил. А ты? И да. Я по копам стрелял. А не, по людям. А. Марк, нахрена? Пиздец, пацанчики, моя очередь. Бля! Выпрыгни с транспорта на ходу, чтоб сразу. Бля, смог. Я сижу такой, бля, что-то не прыгаю. Пацаны, я на билборде. А чё ты там забыл? Ты звезда. А вот тебя еще. Звезда. Или пи. Да. З пропустил. Это уже второй раз сделать. Туда, видимо, можно врезаться. Ой, блин. У меня, походу, простейшее задание, но от того оно скучнейшее. Я все, что делаю, это зажимаю две клавиши на минут 15. Ну, видишь, Марку было очень скучно. Теперь у тебя ты еще 15 минут веселья.
Безграничного. Я однажды так же, как Марк, сделал, правда, не специально. Блять. Ну а я думаю, что в принципе. Нам все равно надо было. Ты сам сказал, я все испортил. В принципе, нам надо было их херачить, так что нормально. Дани. Ой, блядь, я забыл про тебя, дура. В голову Дани стреляет. Дань, предлагаю, короче, не страдать хуйней. А, блядь, не. Походу надо хуйней пострадать. А что такое? Это там, блядь, лестница, которая ведет ближе. Типа, не надо подниматься, вот просто пройтись по лестнице, и там будет уже, типа, к Рожковскому выход. Я буду весь полет крутиться, посмотрим до Бичуги. У меня, кстати, времени от 20 до 1.5 часов, так что вот как я сейчас не буду поторопиться. По-моему, в тебя ракета летит. О, привет. Привет. О. А что вы на этот раз делали? Привет, ракета, нахуй. В меня просто прилетела ракета. Это не я. Пиздец. Мы пока будем ехать, я себе патронов закуплю сразу, чтобы мне, блядь, 9к патронов было, блядь, со старта, нахуй. Можно я прилечу к вам на байке? Блядь, нахуй. Марка накрыла осколками. В плане. От самолета. Я прям над тобой взорвался. Не, ну то, как ты взорвался, я видел, но... Ты взорвался чуть позади меня, за спиной. Я еще до вертушки добежать успел и открыть мне дверь. Я просто чуть не убился. Ладно. Блять, как на самолете вообще убиться можно? Ебаный урод. Я на самолете. Я лечу на байке. Ну, скорее всего, я сломал себе позвоночник. Но я не уверен. Блять, Даня, они почти открыли. Да? Оно приподнялось. Надо сигналить стоять. Фух. Даль, тут так не работает сигнал. Еще пизды дадут. У меня есть идея. Я полетаю чуть-чуть дольше, чтобы Марк раньше прилетел. Че, сразу их пиздим? А похуй, в принципе. Придумал идею, ты прикинь? Какую? Я на автобусе. Блин, надо было позвонить. Ладно. Ты че толкаешь, сука? Не толкайся! Мне кажется, чем больше я летаю, тем хуже у меня получается. А, бля, я понял. Сверху сними. Дань, блять, смотри, видишь, нам метка сюда показывает. Нам надо обоим сюда подняться. Кек. О, блядь. Дань, ты жив? Меня поцарапали.
Бля, меня царапают на постоянке, пидорасы. Им по кайфу меня царапать, бля. Ой, бля, аптечка. Километр до аэропорта. Чё? Километр. Километр до аэропорта. О, нормально. Километра. Ну я тогда обходным путем полечу. Обход... Блядь, Дань, ты не сдох? Хули ты не сдох? Дань, не исправляйся! Дань, не надо реально. Раштровский. На 2 минутах полечу к вам. Марк, ну чё, я как бы рядом с тобой, взлетай, и надеюсь, ты меня спасёшь. Ёжа, ты приземляешься? А зачем? Я хотел спросить. Не оторваться типа, надо. Я в курсе, я хотел спросить, если бы ты сказал, да я спросил, нахуя, блядь? Я обязательно выживу. Ой, блядь, я ему ебало дал. Интересно, возможно подцелить все дело так, чтобы в вас прилетела ракета? Не надо. Да интересно же. Я вот лечу за истребителем. Марк за нами, видимо. Не уверен. Уйди, машина сейчас взорвется. Не. Она уже рван... Блядь, Даня, это... О, Марк. Привет. Здорово. А нахуя она взорвалась, Дань? Давай выживем. Ну давай. А шо ж так? Ебать ебут! Ага, как скажешь. Так, блядь, вот так и говорю. Чё-то мне страшно, что она в меня прилетит. Да не. Это было просто близко довольно-таки. Ай, сука. А где они? Они. Меня ты как просто не захватываешь. А похуй, ты не можешь по мне попасть. Марк. Уверен? Да. Нет. Чуть вышку не перелился. А я ушел. Нахуя ты, ёба. Да знал бы, блин, не заходил бы. Все, пока. Пидорас, ёбаный рот, нахуй, блядь! Чтоб он сдох, ёбаный ублюдок, блядь! Пидорас, блядь, я... Всё, пиздец, нахуй. Уёба. Мне стало легче.